Серпухове стартовал бесплатный бизнес-марафон для предпринимателей. В первой встрече приняли участие порядка 30 человек. В течение нескольких месяцев, два раза в неделю для участников, опытные спикеры будут вести лекции по продвижению своего товара, брендингу, личностному развитию, аналитике. Организаторы обещают даже практики по духовному росту. Принять участие в семинарах сможет любой житель Серпухова. Для этого нужно иметь только официально зарегистрированный бизнес. Это первая подобная практика в регионе. Авторы курса уверены, благодаря марафону начинающие бизнесмены смогут значительно повысить уровень продаж и сделать свое дело более прибыльным.